Всем ассаламу алейкум, всем здравствуйте. Вы на канале Чем Рыбалка. Сегодня у нас ежегодный турнир по щукам, по жерлицам. Каждому человеку по 5 жерлиц и по одной дергалку. Людей мало. Это хорошо, когда людей мало. Сегодня мы в Самарке. Сбор возле Тополя. Из блогеров только я. А нет, Алдияр есть, молодой блогер у нас. Алдияр. Обязательно подписывайтесь, ссылка в описании. Алдияр, он вообще мамкалов. Главный организатор Куаныш. Магазин все для рыбака. Спонсор. Я тоже от себя спонсирую. Будет 4 приза. Призов еще не знаю. Я от себя один приз добавляю. Добавляю воблер Сереги Павлодар. Салам алейкум, Серега. Твой воблер сегодня 4 место будет тоже участвовать. Всем ассаламу алейкум, уважаемые жители города Атбасар, рыбаки, блогеры. Все, начинаем наш турнир. Сейчас свистка нету, по свистку начинаем. На человека 5 жерлиц разрешено. 6-ю можно. Балансир, блесна и так далее. Не больше 5 жерлиц на человека. Обязательно условие ручной бур. Можете у соседа взять или еще что-то. Бензобур, шуруповерт, ничего не допускается. Поэтому давайте, дегтяр, соблюдайте в первую очередь технику безопасности. Не забывайте, что нас дома ждут. Все, давайте. О, вторая, да, уже у тебя? Ну, у меня первая. А? Это одну Макс поймал. А. О, Макс первую щуку поймал. Открытие. А чё? Открытие. Сегодня у нас турнир. Макс на первом месте пока. И по окуню тоже. По окуню, да? Покажи окунь. По окуню, самый крупный. Самый крупный окунь я спонсирую. Еще даже живой. Где она? Ну и сейчас обгоним тебя, ты чё? Лидер, лидер, лидер. А чё, красавчик. Сегодня мы в Самарке, возле Тополя. У меня в команде сегодня Еркан. Вдвоем 10 жерлиц поставили. Как некоторые, всем ассаламу алейкум, да? Подписчики Мирама. Вот приехали на турнир, наконец-то. Турнир только организован для моих клиентов. Не подписчики Мирама, не путайте, только мои клиенты. Поэтому, если хотите участвовать в таких турнирах, приходите в магазин «Все для рыбака», да, который находится по адресу Матросова 54, напротив торгового дома Азии. Да. Будете приходить, будем такие организовывать, такие турниры. Алла-Раса, может, летом, если все нормально будет, планируем еще один такой турнир сделать, чисто на спиннинг. Поэтому, ребята, давайте, подписывайтесь под канал, ставьте лайк, следите, будет интересно. Ачу. Заходите в магазин «Все для рыбака», цены вас приятно удивят. Сегодня у нас воскресенье, 28 января. Сегодня у моего сына Аланчика день рождения, 5 лет. Улькен жигит бол, аурма, не болей, здоровья, радуй нас, меня, маму, бабушку, дедушку. Я уже однократный чемпион. В прошлом году я выиграл, позапрошлом году первое место. Сегодня тоже участвую. Снимаю на экшн камеру Сонька. Я свою тот раз уронил 5 метров в глубину в Терсакане. Потом благодаря пацанов там подводной камеры мы его достали. Но она не пашет. Не знаю. Сегодня не хотел снимать, но видеоблогер АТБ Женя позвонил. Говорит, возьми мою камеру, снимай сегодня турнир. Сейчас придется покупать новую. Наверное, GoPro-шку возьму, чтобы GoPro воды не боится. Наверное, GoPro возьму. Кто хочет спонсировать насчет камеры, будем рады. Не знаю, может, сбор откроем. Потому что сейчас кругом долги залез. Машина, мотор, короче, у меня застучал. Другой мотор поставил за миллион. Короче, никак не выгребаю на камеру. Вон Серега разовился. Э, Хуантай, ты что ли? Я думал, Серега. Эх, это не Серега, Хуантай же. Дальше поймал. А, вон Серега, вон. Ага. Еще. Че, вон. Щучара. Поздравляю, ты в финале. Ачу. Ачу. Помоги согнуть. Кетч. Помоги согнуть. Леска тонкая здесь. Ачу! Мы в финале. Поздравляйте меня.
Идет, паска. Хороший. Хороший, да, господин. О, вот, претендует. А чё? Я же говорю, здесь хороший. Прям, ладно, кушур горшады. Мы на финале, пока на первом месте. Карта, голзея. Сосиска в тесте. Сосиска в тесте. Беляши. О, индравер еще не было. О, индравер приехал. Нам этот принес. Бармаш. Ай, молодец. Выркену гостин. Бармаш. Живые, да? Да. Жал же у вас, на каз же у вас, наверное, бокат пожирались. Ай, машалла. Сатрат. Давай, кто вас на турнир бүгінгі организовать талапкан? Поздравляю с турниром. Это я вас поздравляю. Какой третий, да, турнир твой уже? Нет, ну который вот один я делаю, это мой первый турнир. Ну. А так, сообща, с собой же делал. С дядь Булатом хожаем. Отпустил вроде. Сорта содрал, блин, надо было подождать же. Ой, блин, опоздал, пока камеру поставил, блин. Жильца угнал, блин, четвертая сработка моя. Фу, блин. Блин, как я, блин, упустил, блин. Вот. Не крутило, пока я камеру там поправил. Ушла. Класс, жалко. Айди, рыбалка вообще стурна. Машала, блядь, нет. Вот претендент. Двушка, претендент на первое место. Сижу, блесню. Она же в ночь на работе сегодня. Вот смотри, иди сюда, Макс. На крупную окуня, что я ставлю? Воблер Сергея. Ничего. Павлодар. Она рабочая. Если крупного окуня поймаешь, первое место вот это будет твое. Ничего себе. На крупный окунь. Хороший, да, ручная работа. Мощный, сочный. Можете приобретать такую. Она продается у меня. 5000 тенге одна штука. Ничего себе. Это на тарсиканского окуня. Наверное. Летом только. Это хороший шурик, Макита. Новый, да, приобрели? Ну, брал этот, подороже он, что-то не будет, а отдал вот этот. Она будет? Ну, чехол надо было сюда, мороз есть. Да. Салам алейкум, Захар, как дела? Что, щуку не поймал еще? Че, рыбак, да, молодец, рыбач. Смотришь мои видео, да? От души, красавчик. Лет с пяти рыбачит. Да? Вы на канале Макс Фишинг. Всех приветствую. Вон, видишь, даже у него этот бетон Мак Кофе. Вот такие жерлички Макс сам создавал когда-то. Почему два написал? Это второй, да? По счету. Да, это самое счастливое. Счастливое, да? А что его, она не на льду стоит? Ну, потому что самые счастливые на льду стоят. Подшкурник его. Хороший, вот идеальный, самый идеальный подшкурник. Так, угощайте комиссию. Я комиссия. Главный комиссия. Подкупаем комиссию. Вот он. Это мой, я вытащил. Я, говорит, вытащил. Не считается. Я говорю, сотрет. Он и ушел и начал клев. Понял? Потому что Мирам пришел. Я несу счастье, праздник, Мирам. Че, канадага, хвастайтесь, есть что-нибудь? Нет, две холостые с работы. Классные у вас эти Петровичи голубого цвета. Леска, что там? Ух ты! 3D, 5D. О, рахмет ага. Это канат ага, короче. Мамкину песню забыл. Он Алдиар, тоже начинающий блогер наш от Басарски. Обязательно заходите, подписывайтесь. Вместе на рыбалку канал. Вместе на рыбалку. Классное название. Polar Bird Family T. Куттувосн.
Че там? Барма бірдеңе? Мя, раскладушка, ты чё, ночевать приехали, что ли? Мя, база, жоқ. Чектер олы батыр. Чё там? Досын, барма бірдеңе? Сработка болды. Брюн алды. Брюн алды. Үлкен бәк шынды? Дағы да жатыр. Окул. А, щука, щука. О, балшы, молодой, молодой дарование. База жоқ, дастырғаны қырыс. Аусти, аусти, нан аусти. Не, я аусти, аусти. Холодец, мои любимые. Харта, харта. Копченый казы. Казы копченый. Копченый кюру. Я же комиссия, угощайте комиссию. Да-да-да. Первая рыба в этом доме. Ай! Красавчик. Куртна, минги зимосындай постоянно. Харт кедет. У нас ставал на ночи. Корпа. О, копченый. Курдюк. Курдюк же? Подсекай, все, подсекай уже. Дальше не будет. Парма? Парма? Ой, бог. И только взяла, что ли? Да, она, видать, сбила меня. Поэтому, видать, по леске. Чай пить угонял. Еркан здесь поймал. Окуней. Конечно, не терсаханский. И не хараханский. Но, может, вот это претендовать будет даже на первое место. До финиша остался полчаса. Ага. И все. Миром победитель был. Двукратный чемпион будет. А, она шикарная. Кто не знает, если что, я чемпион 22-го года по спиннингу. Сам организовал, сам выиграл. Медаль взял с кармана, одел себе на голову. Ха-ха! Большой клюнул Куантаев, он упустил. Ха-ха-ха-ха! Так и тебе надо, так и тебе нужно. Мирам чемпион пока. Ну чё, чё, рыбаки, давайте. Чё вы? Кило 525. Ага. Со снегом. Давай, стой. Вот. Это он щука. Где? Это что, щука какая-то? Ты что? Жаб-жаб с полом, ё-моё! Чей это сын? А? Он на рыбалку не... случайно? Ой-мой. 575. Во, вот. Его папу, покажи папу. А? Это он его. Он на рыбалку не везет он сына. Он говорит, вот, что вот это окунь. Ребята, может, я что-то не понимаю? Пусть будет как окунь. 575. Сейчас, окунь, окунь. Потом. 905. 905, ага, да? 905. Так, по окуням теперь. 120. 120. Держи. 120, запомни. Макс, я сколько во всех соревнованиях участвует, постоянно четвертое место берет. Это этот заново сделал. 160. Все равно больше. Все равно больше, без меня увидает. Макс, больше. Дюба. Держам давно. Жабры. О. 145. 145. По идее, я выиграл первое и второе место, но с одного рыбака один рыба претендуется. Первое место. Мирам Калмагамбетов. Вот наши призы. Вот грамоты. Спонсор этих грамот и рамочек Ернур Альпиев, друг мой. Тоже рыбак. А медали? Медали спонсор я. Ишим рыбалка. Да. Ачу. Ачу. Сам поставил, сам забрал, да? Все, Джигитер, рахмет за участие, рахмет, что приехали. Несмотря на непогоду, несмотря на бураны, пробились, все-таки приехали, порыбачили. Вон, молодые даже рыбаки приехали. Им отдельный рахмет. Нас мало, но мы в тельняшках, Джигитер. Давайте будем также продолжать. Еще Алла-Раса, если все нормально будет, летом тоже от себя еще один турнир сделаем. На спиннинг, чисто на щуку. И что, начинаем награждение. Самый крупный окунь, Макс, награждается Слепченко Максим. Поздравляем. Медали нету, только рукопожатие. Напишу. Так, третье место по щуке у нас. Молодой чемпион. Стемула Нурсултан. Вот такой спальный мешок. Перлисты. Третье место.
по щуке. Для пармашницы. У него такая походная микроволновка. О, базаржак. Спонсорларын подарка сағалай. Фотографируйте, потом. Помогите им. Второе место у нас отличился Сергей Саттаров. Саттаров Сергей. Ура, второе место по щуке. Вы свободны. Подожди. Нет, еще не свободны. Шучу я. Активны. Дай мне что-нибудь. Есть лишнее. О! О, базар, зажег. Фотографируем теперь. Оп. Завалили подарки. Мирам не залез. Очки не влазят. Чемпион! Абсолютно чемпион! Абсолютный чемпион! Шукар! Рыбалка! А чё рыбалка? Я привык сам свои медали одевать. Двукратный чемпион от Басарского района. Не просто чемпион. Блогер, ищем рыбалка, Ачук. Кто не подписался под него, подписывайтесь. Первое место. Первое место. 1,5 килограмма щука. Да. Мирам, ищем рыбалка, Ачук. А сюда фарту лучше. Этот, ниже сделай, чтобы этот, блин, этот, медаль, так, медаль видать. Ниже, ниже. Гоночку вот. Завалить. Закидайте верни. Жерлицы, 10 штук. Я вам потом скину. Так, и маромышцы. Анджик, какие подарки этого? За активное участие я хочу подарить моему другу Алдьяру вот такой микроволновку. Моему сокомпаньону Иркину от меня подарок. А что? Спальный мешок. Ахмед, Ахмед. От души. Игленьге. От души. Давай, очки сними, крутой. Раз, два, три. Еще раз. Ребята, спасибо за поздравления. Обратно я оказался чемпионом. Я так счастлив, я так счастлив. Спасибо организаторам этого турнира. Куанышу. Магазин. Молодец. Магазин все для рыбака. Щедрые подарки были. Щедрые подарки, блин, базара нет. Спасибо за организацию. Выехали, свежим воздухом подышали. О, Серега, да, тоже хотел бы выразить благодарность. То, что все собрались сегодня. Молодцы, что чаще так выезжали на такие мероприятия. Спасибо. Куанышу. И всем организаторам. Рахмет от души. Баш бауырызға рахмет айтамыз, мен осындай құрылтай істеп жатқан балықшылардың арасында. Өркенеу өсе берсін. Рахмет. Клиенттерің көп болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Не сидите дома, жігіттер, смотрите, несмотря на возраст, приезжает, участвует, и не просто участвует, и выигрывает. Поэтому, ребята, приходите, занимайтесь спортом, занимайтесь свежим воздухом. Выходите на свежий воздух, вернее. Не надо ходить по клубам, курить, пить и так далее. Вот. Вот наше молодое, здоровое поколение. Тогда мы будем здоровы, богаты, и все у нас будет Ачу. Ачу! Ачу! Алга, Казахстан, Уруй, Айхал! Все, давай! О, ребята, довольны. Не забудь, ты должен заехать. Все, на этом ноте прощаемся с вами. Кому понравилось, ставим лайки, кому нет, дизлайки. Всех люблю, ценю. Закружил, поставил. Ачу! Это Нурсултан будущий. Ставьте лайки. Блин, вообще не спал. 4 часа ночи проснулся и до сих пор волновался. Да не волновался я. Знал, что первое место возьму. Не слушай никого, кто сможет. Будто ты ничего сможешь. Если есть мечта, оберегай его.